Стали известны имена самых перспективных молодых политиков нашей страны. На ведущую роль в этой сфере претендует 49 человек. А основанием для таких серьезных амбиций стали итоги дебютного конкурса «Лидеры России. Политика». Победителей назвали на церемонии в Москве. Они обошли почти 34 тысячи конкурентов. И кроме поздравлений получили совет не придавать этому успеху слишком большого значения. Мир так быстро меняется, что какими бы знаниями и навыками ты ни обладал, ты в каждый момент времени попадаешь в новую ситуацию, в которой никто никогда не был. И выигрывает тот, кто быстрее учится. Выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. Выигрывает тот, кто не считает, что в силу ранее достигнутых успехов я уже все знаю. Как бороться с головокружением от успехов, победителям расскажут их наставники из числа ведущих политиков России. Это один из призов конкурса. Также лауреатов ждет уникальная образовательная программа.